Сегодня расскажу о вот таком наборе книжек от фирмы Гулливер. Каждая книжечка раскладывается на 4 части с одной стороны и 4 с другой. Здесь есть пищалка. Значит, счету на каждом отсеке изображено животное в том количестве, какова стоит цифра. Одна собака, два кролика и мышки. А на обратной стороне просто изображены животные. Далее есть блок «Прекрасные птицы». Также есть морские обитатели. Вот здесь тоже пищалочка. На обратной стороне морские животные. И также маленькие насекомые. Ванюша, здесь есть завязки, если и вот такие петельки. Если завязку привязать к петельке и соединить все 4 книжки, то получится такой развивающий коврик. Мой разрушитель.